Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без модов, где сегодня мы будем призывать зеленого гоблина Спайдермена. Да, ребята, это антигерой, и я вас уверяю, то, что это будет действительно интересно, потому что в первую очередь я покажу вам, как его призвать, а во вторую очередь, как с ним сразиться и также его победить. Но перед этим не забываем поставить лайк, ведь я даю вам свое слово, то, что как только мы наберем 1000 лайков на вот этой серии, то сразу же на следующий день выйдет новая серия без модов. Я, ребята, очень люблю своих подписчиков, ценю и уважаю. Я буду очень сильно рад, если вы подпишетесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Секунда вашего времени, чтобы поставить лайк, секунда вашего времени, чтобы подписаться на мой канал, но за эти 2 секунды вы действительно сможете сделать меня счастливым. Хотя бы чуть-чуть побудьте добрыми людьми. Да, ребята, а мы приступаем. Как призвать зеленого гоблина? Делается все это очень просто. В первую очередь вам нужно построить платформу для его призыва, то есть в какой-то степени алтарь. Делается он очень и очень просто. Вам нужно 4 глины, 1 изумрудный блок и также 4 полублока кварца. Делаем вот такую небольшую конструкцию, то есть 1, 2, 3, 4 по бокам, потом полублоки 1, 2, 3, 4 и по центру изумрудный блок. Все, конструкция готова. Следующее, что нам нужно сделать, нужно точнее сделать себе зелье. Давайте посмотрим, как же оно делается. Нам нужна бутылочка воды и 3 изумруда. Берем. И последнее, что нам нужно, это тыква, потому что это гоблин, который стреляет тыквенными бомбами. Да, звучит как-то немного глупо, но все же, ребята, выкидываем водичку, выкидываем изумруды и выкидываем тыкву. И смотрите, что нам дало. Глобулин грин. Какая-то зеленая фиготня. Но перед тем, как его призывать, давайте выйдем с гейммода и сразимся с ним. Да. Но нам нужно... Вот так. Я не знаю, что произошло. Допустим, пердак лопнул. Ну ладно. Берем нужные вещички для того, чтобы с ним сразиться, потому что все-таки это будет немного сложновато, я надеюсь. Ну, потому что очень просто тоже не хочется, согласитесь. Но мы также сейчас попробуем выпить эту зеленую лабуду, потому что мы не знаем, что она нам даст. А нет, даст она нам джамбуст. Ну, посмотрим, какой. Главное не травануться. Ну, да. Я не скажу, что стоит ее пить, потому что этого того действительно не стоит, вы просто потратите 3 изумруда. Но мы сейчас его призываем и смотрим, что случится. Прям сейчас он появится. Там you for perish. Короче, он нам угрожает. Он нам угрожает. Где он? У ты не хрен. Это что за... Я вроде не курил, а меня так плющит. Иди сюда, зеленая фиготня. Ребята, чтобы его убить, его нужно бить по его этому мотоциклу. Потому что он... Нет, зараза, ты нас так просто не убьешь. Ты нас так просто... Да, офигеть. Ребят, стоять нафиг, хоро меня ты пехать. Как видите, он действительно немного такой... прибабаханный, потому что он своими этими атаками, способностями, он действительно... Да давай, убьем его, ребята, сможем ли мы его убить? Давай. Нет, не нужно нам бомбы, пожалуйста. Яблочко, чтобы нас не убили. Бомбы, давай. Нет, не бомбы, а мы его сейчас будем бабахать. Его вообще реально убить? Вот как... Так, сейчас, отпустила, иди сюда, зеленый. Во, критический урон. Давай. Быстренько. Сейчас, ребята, мы уже сейчас умрем. Сейчас мы его забабахаем. Ребята, мне нужна ваша поддержка. Без нее я умру. Как? Где он? Вот он. Спайдермена ты тоже хотел убить, а мы за Спайдермена всем глотки порвем. Спайдермен же наш один из любимых героев. Ну, в принципе, я не скажу, что кого-то, но все же Спайдермен действительно крутой. Я не говорю, что это плохой герой. Да твою... Так, где ты? Иди сюда. Иди сюда, стоит он на своей базе. Да, нифига себе он жирный, ребята, вам действительно нужно хорошенько так подготовиться, чтобы его убить, потому что вы видите то, что он, зараза, очень такой, нифига себе, да вот как,
Ребята, я уже... Стоять! Все, успокойся! Мы френдли, френдли. Дай попить водички! Мы вообще с тобой подружиться, может, хочем. Зеленая ты башка. А ты нас бьешь. Он может вообще бессмертный, мне кажется. Хрен его знает. Ух ты, ни хрена себе. Мне почему-то так кажется. Без яблок вы, мне кажется... Я его убил! Стоять! Где его шапочка? Вот! Вот его башкенция! Поднимаем! Как вы видите, мы действительно выбили с него его башку. Мы, конечно, ее не отрубали, наверное, так случайно получилось, но все же мы ее выбили. Опа! Это его бомба. Тут ты наглая тыква! Нифига, это что за привидение нафиг? Офигеть. Но, ребята, как вы видите, мы с ним справились. Было действительно хардово, соглашусь, потому что без яблок мы бы вряд ли его когда-нибудь убили. Вы видели, какой он урон наносил? Ну иди сюда, подойди. Подойди, наглая тыква. Давай, сразимся. Давай. Ну и все. Ребята, у нас есть башка. Башка гоблина. Вот она у меня в руке. Что будет, если мы ее наденем? Давайте посмотрим, какие она эффекты нам даст. Опа! Бесконечную скорость. Мы можем намного быстрее бегать. Бесконечную силу. То есть бесконечную я имею в виду то, что она у нас никогда не пропадет, ну, до того времени, как вы не потеряете эту башку, да? Но давайте посмотрим, как мы... одного ударчика. Но это еще не все. Как вы видите, я могу очень высоко прыгать. Jump Boost 4. Мы можем нереально высоко прыгать. Мы можем убивать всех монстров, практически всех монстров с одного удара. Мне даже интересно. Summon Виз... Не знаю. Wizard Boss. Иди сюда. Смогу... Ух ты, нифига себе! Подойди. Только не спей мою машиночку разрушить. Ай ты, зараза! Это еще очень круто, потому что мы его... Иди сюда. Не убежишь ты от нас. Это очень круто, ребят, потому что вы видите то, что как мы высоко... Как мы высоко можем прыгать. И тем самым... Мы можем его очень даже быстро догнать, потому что он от нас толком даже не сможет улететь. Давай, ребята, еще чуть-чуть. Чуть не умер. Он сам себе дебил подорвал. Я понимаю, что ты суицидник. Но не нужно себя убивать, потому что ты мне серию испортишь. Ребята, еще чуть-чуть. Иди сюда. Трехголовый. Убили визера, но нас крипер убил. Офигеть, это закон подлости какой-то. Но все же, ребята, как видите, с этой башкенцей вы действительно станете очень мощным. Потому что вы сами видите то, что насколько у вас увеличивается урон, насколько вы можете быстро догонять противников за счет того, что вы очень быстро летаете. Вы не летаете, а бегаете. Это в первую очередь. А во вторую очередь то, что вы очень высоко прыгаете. А если совместить то, что вы высоко прыгаете, и то, что вы быстро бегаете, то, что у вас нереально крутой урон, то вы, можно сказать, даже непобедимый. Это крутая команда. Небольшая, но крутая, которая может даже вам пригодиться в вашем летсплее Майнкрафта. Или просто, чтобы повеселиться с вашим другом. Ребята, на этом мы будем заканчивать. Заканчиваем вот тут, возле алтаря призыва этого гоблина. Прям в башке. В башке гоблина. Вот так. Не напугайтесь, это пострашнее херабрина будет, да, ребята. Я буду очень сильно рад, если поставите лайк. Как я уже сказал в начале видео, набираем 1000 лайков, то я вам даю свое слово, то, что завтра выйдет следующая часть без модов, где мы рассмотрим еще что-то другое, антигероев, героев и, в принципе, другие различные команды. Ссылочка на команду всегда есть в описании, ребята. Я для вас нахожу, заходите, скачивайте и играйте. Не скачивайте, а копируйте. Вообще вам даже скачивать ничего не нужно. Также тут есть кнопочка подписаться на канал. Я буду очень сильно рад, если ты еще это не сделал, но сделаешь, потому что каждый подписчик, прям каждый подписчик для меня очень важен. Ребята, я вас всех люблю, всех вас ценю и всех вас обожаю. А если вы еще подпишетесь,
Цены вам просто не будет. Секунда, чтобы лайк поставить, секунда, чтобы подписаться, 2 секунды вашей жизни. Да вы в туалет пописать и то подлиннее ходите, поэтому 2 секунды потратить, мне кажется, не так-то тяжело. Да, ребята, всем... Ни хрена себе, это что вообще такое? Давай заканчивай, а то я сейчас напугаюсь. Всем удачи, всем пока.